Лагунов. Лагунов здесь в углу площадки возится с этой шайбой. 15 номер Химика. Опасная передача на пятак. Энн занимает свое место в спецбригадах большинства. Гавриленко. Шарипа. Вот так вот вылазит на пятак. 10 номер Химика. Выручает капский Динамо. Но синюю линию закрывает Гусаров. Шарипов. Еще одна попытка. Дубль выстрел на себя. Хоккеист Динамо. Степанов. Ну вот можно разгонять атаку младенческого коллектива. Копытин! Мощнейший бросок, потому что с большего всего Химика получается. Мурашов! Еще одна передача! Вот такой неприятный рикошет для Капского. Динамо так и не доходит. Вот видим, что появляется уже на льду Шарипов. Поэтому 5 хоккеистов у Химика. Вот такой бросок опасный. Был там рикошет, поэтому шайба просвистела мимо створа ворот. И еще одна острота. Маленький пожарчик на пятаке ворот Горячевский. Шарипов, передача и 0-1. 0-1, Шарипов. Да, хоккеист Динамо, который вот уже стелился, пытаясь прерывать полет этой шайбы. И, если не ошибаюсь, это Летов. Да, это Летов. Передача, по сути-то, и не прошла. Но вот только от Летова оказалась Зеленочка ворот Капского. 0-1. Да, вот от лезвия конька, просто от лезвия конька шайба вот так юркнула за ленточку ворот Капского. И 0-1 Шарипов. Еще одну передачу защитник Динамо. Гринь. Что придумает? Там очень неплохо Степанов. Все эти рикошеты для Капского, они очень-очень опасны, потому что, напоминаю еще раз, от конька Летова, даже от лезвия конька Летова шайба оказалась в сетке ворот Капского. Вот это момент. Доходит. Всего 40 секунд остается играть в первом периоде. Одну шайбу мы увидели. Шарипов отличился. Бучкин! Неплохой бросок. Есть... Тогда Химик занимает 8-е место в турнирной таблице в этой второй шестерке. И, соответственно, получает преимущество домашней площадки. Ой, лакросс, попытка! Попытка захода на лакросс от Гавриленко. Видите, лакросс от хоккеиста Химика Гавриленко. Еще один бросок. Шайба в сетку с внешней стороны. Болячка будет прикована именно к этому противостоянию. А вот как раз Гавриленко. Вот попытка лакросса. Но вот видим, что шайба немного слетела с Химика. Поэтому занеси ее в ворота Капского. Не получилось. Степанов! Степанов там работает на пятаке. Пробить. Гринь. Гринь, вход в зону получается. Но вот сейчас есть бросок Гриня. Хорош Горячевский. Меняться, мне кажется, что Сатишвили точно не доехал до скамейки. А вот повтор с участием Гриня. Очень опасный бросок. И просто шикарная реакция Степана Горячевских. Хотя понятно, что дальше засуха такая. Мороз. Пузатов. Журня, неплохой вход в зону. Пузатов. Есть бросок. Где же шайба? Она за воротами. Она за воротами. Хорошая длинная передача, диагональная такая на Каштанова. Входит в зону хоккеисты Химика. Передача, бросок есть. Капский вручает. Каштанов, пустые ворота. Бросок с неудобной мимо. Мимо, здесь что еще... намного увереннее он смотрится. И в экстралиге, да и в матчах с Металлургом. Во втором так точно хорошо смотрелся Мороз. И еще один момент. Получается у Химика. Митюгулька. Передача опять же в коньки Гриню. Но все в порядке. В принципе, скорость эта атака Динамо не потеряла. Поэтому... Ой, неплохо. Здорово на Кракулька. Есть бросок. Поединки. Третий период. Есть распоряжение обеих команд для того, чтобы, наверное, в первую очередь порадовать нас заброшенными шайбами. Копытин. Передача под это давление. Очень плотную, активную опеку. Шарипова. Клещик. Крылович. 1-1. Шикарная шайба Крыловича и реализует большинство Динамо. Просто вот он, Олег Мыль, заводится главный тренер Химика. Заводится главный тренер Химика. Опять же хорош Степанов. Как же он поработал на пятаке. Там закрывал обзор Горячевских. Но и тоже заслуга Степанова очень велика. Видим, что не торопится пока Пузатов. Но вот через такую длинную передачу очень хорошую на Сатишвили действует. Момент какой у Химика. Но вот не забрасывайте сейчас Гавриленко, о, как видели, как раз от Крыловича. Вот эпизод. Это Капский. Просто честь и хвала голкиперу Динамо. Успевает он покинуть рамку. Ну и клюшкой сыграл. Вот так вот помешал Гавриленко. Ну и плюс еще щитком правой ноги здесь выручает Динамо. Поэтому сегодня... это, конечно, очень-очень здорово. Мороз. Мороз, передача на синюю. Вот такой бросок. Не получается. Вот здесь уже Минтю. Здесь уже есть Динамо. Сатишвили. Сатишвили! Шикарное смещение! Бросок! Отдали как мыля. Сумел одержать Викторию в овертайме. Вот еще раз повтор. Сатишвили немного не хватило.
команда Олега Хмыля. Клещик. Клещик, передача в коньки Каракулька. Еще один пас, бросок Клещика. Мимо, но очень опасно. При должном подходе, при, в принципе, том же стремлении и характере, который есть у Химика, команда поборется точно за плей-офф. Бросок Копытина, он заблокирован. И еще один момент, Степанов! Нет, это каркас ворот. Я так понимаю, что что вот повтор, который был у Степанова. Что же там, Горячевских или все-таки штанга? Штанга выручает Химик от второй пробоины. Здесь понимаем, что 5 минут 45 секунд до конца третьего периода, 1-1. Вот видим сейчас атака Химика. Лагунов разворачивается очень неплохо, лезет на пятак, режет угол, но вот все-таки Мохарев. Ну и вот она потасовка, вот они эмоции, вот он градус, который увеличивается. Кто там? Ну вот, знаете, сейчас не хватает, наверное, Михаила Карнаухова. Там просто кавдечно. Ну давайте посмотрим, что же там было. По итогу Лагунов все очень здорово сделал. Он вылез на пятак, вырезал угол. Но, ну да, знаете, здесь Башко начал на самом деле так пихать Лагунову. Просто бедный Лагунов. Недавно в Новополоцке от Карнаухова получил, нагоняя сейчас от Башко. Но... Гавриленко. Шарипов! Вот такой бросок Капский в игре. Но вот что здесь Гусаров открывает синюю линию. Гавриленко. Плохо. Шарипов! Нет, не забрасывает Шарипов. Хотя... Слово команда Олега Хмыля. Гусаров. Еще один бросок Бучкина. Подставление на пятаке. Здесь в Динамо поблизости. Гусаров. Гавриленко. Хорошая передача. Еще один момент. Здорово, Бучкин! Нет, не бросает. Не получился. Каракулька, слышь, еще одна передача под бросок, мощно от Гриня. Отлично угадали с первым исполнителем. Копытин против Горячевских. Красиво, как же красиво Копытин забрасывается. Но Копытин — это опыт, это очень-очень круто. Я думаю, что в подборочку попадет. Что в социальных сетях Хоккей Бывает, блин, Пузатов. Болельщики из Новополоцка, в принципе, тоже говорили, что Пузатов должен обязательно бросать против Капского. Вот такая попытка! Шикарно, Пузатов! Шайба в сетке ворот! И хоккеисты Динамо, и хоккеисты Химика. Но вот это очень интересная серия. Да, здесь Пузатов шикарно разбирается. Михалев! Михалев против Горячевских! Вот такой второй болид для Динамо. Михалев забрасывает! На Горячевских видим, что пока хоккеисты бросающие оставляют просто в неудел и Горячевских, и Капского, потому что забрасывает болит сейчас Динамо, но есть шанс у Землянкина. Землянкин! 2-2! Здорово, шайбу в доме Капскому отправляет Землянкин. Химик сразу. Против Капского есть шанс у Химика. Бучки! Нет, штанга! Штанга выручает Динамо. Начинает сейчас, конечно, команда Олега Хмыля. Вновь Землянкин, да, тот человек, который второй буллит реализовал. Именно он против Капского. Ну и нет, и еще один. Еще один раз каркас ворот выручает Капского и Динамо. Мороз, Мороз против Капского. Бросок забрасывает Мороз. Мороз забрасывает. Кто сейчас будет, интересно, бросать? Михалев, конечно, Михалев против Степана Горячевских. Михалев не попадает. И, соответственно, в серии буллитов Химик обыгрывает Динамо из Молодечна. Горячевских затащил. 2-1. Химик возит 2 очка из Молодечна. Продолжается победная серия. Команда Олега Хмыля. 8 побед подряд у Химика. Но вот здесь в серии буллитов обыгрывают Динамо с аналогичным счетом, как-то...